Раздельный сбор мусора будет возможен не во всем заповеднике, но это пока. Для начала механизм опробуют на пилотных площадках, на Лауре, в Тисо-Самшитовой роще и на территории административного офиса Кавказского биосферного заповедника. Контролировать реализацию нового проекта в этих местах будет легче, уверены сотрудники. Деньги будут потрачены на приобретение контейнеров для раздельного сбора, на установку информационных стендов, на оплату частично труда сотрудникам, которые будут сортировать этот мусор в рамках тоже гранта. Потом мы надеемся, что мы выйдем уже на самоокупаемость, и этот проект заработает уже самостоятельно. Контейнеры для раздельного сбора мусора Кавказский заповедник установит уже в августе. До этого необходимо наладить контакт с так называемыми заготовителями, которые будут принимать отходы и утилизировать. Предприниматель, который готов забирать пластик и макулатуру, уже найден. Мы занимаемся и перевозками, и переработкой именно вторичного сырья. Не весь спектр, там, не все 16 видов пластика, допустим, 18, которые мы принимаем, но часть какую-то мы стараемся сами переработать, часть какую-то отправить на перерабатывающую базу. С нами многие заключили на данный момент договоры. Люди готовы помогать и, как бы, и сами свой мусор разделять, и сами хотят меньше платить за вывоз мусора. Алексей работает с различными предприятиями. Многие по рекомендации властей курорта уже давно утилизируют мусор по этой схеме. Как известно, администрация города уже несколько лет поддерживает программу «Ноль отходов». Органы муниципальной власти, безусловно, поддерживают инициативу. Прекрасно мы все понимаем, что, значит, уже начало действовать законодательство. С 1 января 2018 года ряд категорий отходов уже запрещено закаранивать на полигонах. Раздельно собирая отходы, мы в первую очередь снижаем нагрузку на окружающую среду, мы способствуем сохранению и улучшению состояния экосистем, мы экономим природные ресурсы и развиваем экономику государства. То, что в Сочи активно ведется раздельный сбор мусора, подтверждают и члены экологического движения с одноименным названием. Активисты проводят на курорте различные акции, рассказывают горожанам, что в стране существует переработка отходов, а перерабатывающие заводы ждут вторсырье, в том числе из сочинских дворов. Желающим приобщиться к программе раздельного сбора мусора, отходы следует выбрасывать в специальные контейнеры. Люди приносят это целый месяц, копят, приносят нам раз в месяц это все, и мы это передаем на переработку заготовителям вторсырья, которые в Сочи работают. Самая популярная, наверное, это, по-моему, макулатура. Есть карта recyclemap.ru, на которой отмечены пункты сбора вторсырья в городе Сочи. За этот год более 150 семей сочинских приобщились к раздельному сбору. Но и в каждой семье еще есть люди. И каждый из этих людей является носителем идеи бережного отношения к природным ресурсам и к окружающей среде. И рады, что заповедник тоже встал на этот путь. На популярных экскурсионных маршрутах контейнеры для раздельного сбора мусора установят через год. Тогда же этот проект можно будет тиражировать и на других особо охраняемых территориях. Ольга Десятова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.